Все больше финансовых гигантов интересуется технологией блокчейн. Южнокорейский Nongyup Bank, предоставляющий специализированные сельскохозяйственные и коммерческие кредитные и банковские услуги, присоединился к блокчейн-консорциуму R3. Планируется, что благодаря этому сотрудничеству будет ускорено развитие и внедрение инновационных технологий в банковской сфере. Руководство NH заявило: «Став частью этого объединения, мы сможем применить совместные разработки в финансовом и экономическом секторах работы нашего банка». Nongyup Bank – не первая крупная финансовая организация в составе R3. Сейчас членами консорциума являются уже более 160 международных компаний из различных отраслей.